Одесса готовится к обороне. Несмотря на угрозу наступления российских войск, в город у моря продолжают прибывать тысячи беженцев из фронтовых украинских городов. Готова ли Одесса к такому наплыву? Об этом наш следующий сюжет. Мука, макароны, какие-то крупы, консервы мясные, консервы овощные, печенье, чай. Такой набор в Одесском районном центре помощи беженцам выдают раз в 2 недели. Хотели бы чаще, но в день приходит около 1000 человек. Люди приезжают ни с чем. Наши многие одесситы дают квартиры, но они пустые. Вот, люди спят на полу. Матрасы нам нужны. Крайне необходимы бытовая химия и детские товары. Ведь в город прибыло большое количество беременных и мам с малышами. Анна с годовалым сыном выехала из Киева. Там, где вот крышу с домов посрывала и полдома нету, это вот рядышком совсем. И как бы уже дальше сидеть, ждать было нечего. Слава Богу, тут сейчас спокойно и есть помощь. Надежда убегает от войны уже во второй раз. Когда ее дом в Донецке разбомбили, переехала в Харьков. Теперь вместе с внуком гостит у знакомых в Одессе. Куда дальше, просто не знает. 3 недели в подвале сидели. Ну, без ничего, как были, в чем подвале были. Ни вещей, ни еды, ничего. Мы приходим продукты взять, чтобы было что покушать. Отдельного большого центра для поселения беженцев в Одессе не существует, так как до сих пор в нем не было необходимости. То есть во всех социальных организациях мы имеем какое-то количество свободных мест, но это временное жилье, то есть и на краткосрочный период. Если речь идет о долгосрочном или среднесрочном, тогда мы решаем с областью. После трудной дороги в безопасность людям сложно приспособиться к относительно мирной жизни. Я поехала на Запорожье, мы ждали 4 дня в зеленый коридор, автобусы не пропускали. Мы все вместе. В поле все стояли, очень сложно все было. Волонтеры, которые работают в центре, не могут не сопереживать горю своих подопечных. Дедушка с бабушкой приходят, говорят, нам много не надо, там мы спрашиваем, у вас дети есть? И они начинают плакать, уже нету. Девочки наши плачут. Вот. Заходишь, и все регистраторы сидят и рыдают. Продукты получают из гуманитарных грузов, которые поступают в Одессу со всего мира. И от одесситов, которые несут в центр еду, бытовую химию, одежду. Вещей столько, что волонтеры не успевают разбирать, но понимают, пригодится все. Беженцев прибывает, ну, со скоростью, я даже не знаю, как это описать. Принимают переселенцев 7 дней в неделю, но очереди все равно не исчезают, поэтому планируют открывать новые центры помощи.